Снова здравствуйте! Тема сегодняшнего видеоролика – как определить количество символов в вашей статье или комментарии. Это можно сделать двумя способами. Один из них, вот, это можно сделать с помощью системы Adwego. Например, возьмем в работу любой заказ, так что это невозможно, возьмем какой-нибудь другой. Взять в работу, выпить. И когда выполняем заказ, мы видим, что вот здесь вот есть такая специальная форма. Когда мы набираем какие-то символы, то их количество, соответственно, здесь показывается. То есть больше, меньше и так далее. Вот, соответственно, это один из способов определения. А возможен еще один способ, менее удачный, это с помощью программы Microsoft Word. Заходим в программу Microsoft Word. Вбиваем сюда какой-нибудь текст. Вот, теперь выделяем его с помощью курсора. Выбираем вкладку «Сервис», «Статистика». И вот здесь мы видим количество знаков без пробелов. Здесь в данном случае 58 с пробелами, 59. А в системе Adwego подсчет ведется с пробелами, то есть, соответственно, вот здесь вот должно указываться вот это вот количество знаков. Вот, то есть достаточно... Два очень простых способа, каким вам производить расчет, это ваше дело. На сегодня все. Спасибо за внимание.